Хочу сказать, месяц назад я был в администрации города Россош у Кобылкина, господина В.А. В рамках акции «100 лет Россоши и 100 добрых дел» я предложил ему идею построить наконец-то в историческом центре города воинской нашей славы бесплатный комфортный туалет. Это жизненная необходимость, а не роскошь. В старом городе постоянно огромное количество жителей, людей, приезжих из других регионов. И им некуда сходить в туалет, чтобы не оплатить этот поход. Почему? Потому что они спешат везде, везде успеть. Ответ мне прислали через месяц, в котором написано, что туалет нам не нужен, потому что в церкви, во дворе церкви есть платный туалет. Я специально сходил туда, 15 рублей, до 17 часов он работает. В автовокзале есть тоже платный туалет, 10 рублей. Но для этого нужно или билет купить, или тоже заплатить и там зарегистрировать это. И еще сказали мне, бесплатный туалет в Якиманке. Я и туда прошел. На втором этаже мне подсказали, но никаких указателей, ни надписи, что это туалет, нет. Да, туалет бесплатный, но как туда попасть, никто не знает.